приехали? Республика Мордовия. Мы из Астрахани. Вологодская область. Мы приехали из Пензы. Мы приехали из Челябинской области. Сахалинской области. Из города Тюмень. Город Смоленск. Для вас вообще представляет студенческая весна? Ну, это прежде всего знакомство с хорошими людьми. Заряд какой-то позитивной энергии. Море эмоций, позитива. Российская студенческая весна – это очень крутое событие. Долго готовились к выступлению? Мы готовились примерно 3 недели. Волнуетесь перед выступлением? Да, немножечко волнуемся, но шоу будет фееричным. Для нас большая честь и ответственность принимать вас. И мы постараемся, чтобы здесь вам было как дом, уютно и тепло. С юбилеем!